как говорится, всем привет. И вот так вот, ап, и тигры у ног моих сели. Ну, сами видите, если нет носков, откуда здесь будет поршневая? Ну, зажигание есть, откуда здесь будет сцепление, крышки. Ни хера здесь не будет, хотя коленвал хороший. Хотелось бы перебрать этот двигатель, собрать хороший моторчик, сделать себе, затеять проект такой эндуро с планетовским мотором, проект на зиму. Маслица уже в коробку есть, бензин есть уже в бак, бензобак есть, ну все остальное практически есть, только нету поршневой и сцепления и крышек. Ну поэтому сейчас я полезу на чердак и поищу кое-чего, кое-кому. Ну, вот у человека тоже кое-чего нету. А я полезу, у меня там есть. Я найду и подарю ему. Ну и сейчас мы отправляемся на чердак. Ну, берем фонарь. Я уже предварительно открыл вот такое пространство, чтобы забраться туда. Подставил табуретку не туда. Ну и сейчас мы с вами с подсветкой отправляемся. Видите, как красиво, гармонично стоят, да? Жалко, что фара не поворачивается, так бы были похожи. Ну и фара здесь должна быть как минимум яловская. Ох, красота, спасет мир, она же его и погубит. Ать! О, ни хрена себе, у меня тут фары на сиськи похожие. В общем, ищем фары моему дружочку. Сейчас мы эти фары уже нашли. Вот они, фары. Так, можно дудок ему подарить, гудок. Может быть еще чего. Ну ладно, это будет сейчас видно по ходу пьесы. Угу. Так, все, забираемся, достаем фары. Ну, так вот, покопавшись, я извлек две вот таких фары. Кто знает, от чего эти фары, пишите, я специально говорить не буду. Когда-то в моей молодости эти фары я ставил на ЗИЛ-130. А на этом ЗИЛу 130 я гонял в Борисполь, в аэропорт за товаром. Забирал товар, который прилетал с Эмиратов. Вот такие фары. Ну и вот есть оптика к ним. Made in Чехословакия. Сейчас и страны такой нету. Две оптики таких есть. Их тут помыть, они запыленные. Вот здесь вот облезло, потому что в своей молодости я сюда заливал тормозную жидкость красную. Она так красиво там плескалась. Еще есть вот две таких оптики. Вполне нормальные. Я думаю, даже вот лучше их поставить. В общем, я предложу все это. И есть 24-вольтовые лампочки. Те, которые нам нужны. Вот такие лампочки есть. Даже вот перемычка есть. То есть как бы вот есть что подобрать, поставить, установить. Ободки такие, я не помню, с чего их взял. Не то с какого-то автомобиля, по-моему, с этой. Шкода автомобиль был. Со Шкоды. Такие ободки горные. Ничего я тут умнее не придумал, как пробить дырки, вот так вот закрепить. Такими вот скобками прикрутить их. В общем, вот такие вот фары. Ну, я думаю, что на трактор они могут сгодиться. В общем, видно будет. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч. С вами был дядя Володя Страшный со своим этим барахлом из чердака.
Ну, прошу строго не судить. Чем богаты, тем и рады. Главное от этого вот богатства испытывать радость. Ну, я и сказал, чем богаты, тем и рады. Ну, все, пока-пока.